Всем привет, я снова на рыбалке. Такой сегодня денек хороший, минус 10, на реке почти никого нету. И сейчас буду ловить сначала плотву на живца, расставлю флажков, штук 5, может 10, не знаю, 5, наверное, хватит. И дальше сяду на плотву, покажу снасть, которую мне соорудили деды. На крупную плотву очень хорошо, говорит, на нее попадается. В общем, сейчас все покажу, чем буду закармливать, как буду ловить, на что буду ловить. Сами все увидите. Погнали на лед. Я предполагал, вот там один сидит, тут тоже на плотву ловит. И один еще тут флажки свои проверяет, оставляя на ночь. Но с работок не видно, но он тоже уже собирается. Видно, клев не особо. Но не будем отчаиваться, расстраиваться. Все у нас получится, все будет хорошо. Наставим на этих флагов. А пока пойдемте. Да, где-нибудь вот тут остановлюсь. Сейчас мне надо пробурить две лунки недалеко друг от друга. Потом покажу и расскажу, для чего. Так, теперь следует закормить лунку. Сейчас вычерпаем все нам ненужное. Отсюда и отсюда. Вот так я свою удочку приспособил для закорма. Сейчас ей будем закармливать. Закармливать буду такие вот мух, вот такой вот. Сейчас парочку кормушек жмыха такого закину. И один, наверное, одну кормушку пока что закину готовой прикормки. Да, ветер. Нужно укрытие будет делать. Ага. Закрываем. И на дно. Пока что у нас закармливается, вернее, питается точка. Мы уже можем поставить вот такую вот снасть, которую я соорудил. Ее все называют по-разному. Кто-то поставушка на плотву, кто-то донка на плотву. Вот у меня есть тут два крючка. И внизу грузил. Вот именно на эту снасть мы и будем сегодня ловить. Не, ну на мормышку тоже, конечно, будем ловить. Но сейчас пока что на нее опарыш белый-красный у меня. Сейчас будем насаживать на все крючки. Сначала верхние штуки по 3, наверное, будем насаживать. Два беленьких и два красненьких. Ага. Беленький готов. Теперь красненький. В
общем, вот что у нас получилось. Вот такая вот каша-малаша. Ага. Лунки замерзают на глазах. Хотя мороз не особо большой. Да, но ветерок не очень-то приятный. Пришлось вот так вот пожертвовать штативом с камерой, потому что ветер дует очень сильно. Ой, а за этой стеной сидеть просто классно. Но пока что поклевок не вижу. Наконец-то я наловил живцов. Теперь можно жерлицы расставить. Не знаю, про отбой толк нет, но поставлю. Пока сидел, ловил плотву, почти на самый крайний случился подъем, флаг горит, но пока что ничего не крутит. Время сейчас без 15 час. У меня только первая поклевка. Давайте пока раскопаем этот флажок. Да, наверное, бросила. Что, попробуем? Что ждать-то? Да, там есть щучка. Сидит красавица. И, знаете, такая съедобная, думаю. Блин, а сколько ног размотал-то? Ух ты! Даже хочет посопротивляться. Вот она, красавица, вся в пиявках. Наконец-то я поймал, такая желтая вся. Гляньте на нее, сколько пиявок стоять, за жабр схватила. Смотрите на них, сколько пиявок. Вот они все ползают. Да, зря я не взял ножницы. Как же доставать? Ну такая
кило с небольшим, может, кило 100 щучка. Схватила, блин, далеко. Давайте взвесим ее по нулям. Надеюсь, они не замерзнут на морозе у меня. И эта щука весит 400 кило почти. А я думал поменьше. Вот такую вот щучку я изловил на 400 кило. Временем вернулся к своим удочкам. И смотрите, что у меня тут происходит. Там, наверное, уже с десяток плотвы сидит. О, гляньте. Вот так вот ловится на поставушке. Сразу по две. Но лучше всего клюет, не знаю почему, но на нижний крючок. Нужно сделать тогда еще ниже груза еще один со скользящим грузилом, и чтобы крючок один на дне лежал, я думаю, так будет еще результативнее. Вот так вот я с заграждением тут за своим искусственным прячусь. Ветер сносит все на своем пути. Готово. Пошел какой-то снегопад. Вот еще раз. О, смотри, смотри, что делает. Просто хотел показать, а тут уже все рвет. И неплохая рыба. Какая плотвень. Вот какая хорошая. По сегодняшним меркам бесклевие. Подловил я где-то 1-2 уже плотвы. Но клев такой какой-то не очень, поэтому ничего не снимал особо. Бегал из лунки в лунку. И вернулся на свои первые лунки, которые хорошо кормил. И вот тут начался клев. И клюет так вот прям хорошо, но тут глубина побольше, ветер, все это путается. А тут вот такая вот плотва. Что-то на поставушку хорошее идет. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Опять две. У меня чудесным образом исчезли оконцовки рыбалок, последние файлы, где я записывал прощальные слова с двух рыбалок, какая-то просто мистика, но не столь важно. Основную мысль я до вас донес, показал все, что нужно, ну а это можно записать и потом. Поймал я в эту рыбалку где-то около 60 плотвичек, уже посолил, засушил, уже в холодильнике у меня лежат. И поймал неплохую щучку на 400 кило, такую желтую, все в пиявках. Отдал ее бабушке, очень она рада. Так что, наверное, пока одна из самых результативных рыбалок. Всем спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь, смотрите дальше, только интересней.